Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сіздің назарыңызға 6-шы зертханалық жұмыс ұсынылады. Оның тақырыбы өңдеу тақтасы, пәннің атауы жылу энергетикасындағы автоматтандырылған жобалау жүйелері, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушы, техника ғылымдарының магистры Тлеугабылова Махаббат Кудайбергеновна орындалды. Сегодня мы с вами рассмотрим панель редактирования. Вот она у нас находится здесь. Как я говорил на предыдущих уроках, при помощи панели рисования мы создаем с вами графические примитивы. Но их недостаточно просто создать, их еще нужно правильно отредактировать. Так вот, именно редактировать мы их можем при помощи вот этих вот команд, которые находятся именно на панели редактирования. На панели редактирования, как вы видите, есть визуальная часть. Это те команды, которые чаще всего используются. И вот такая вот скрытая часть. Эти команды используются реже. Нам для сегодняшнего урока поможет вот такой вот чертежик, специальная заготовочка. На ней я буду показывать, как работает та или иная команда редактирования, то есть полностью в действии каждую команду мы с вами рассмотрим. Итак, начнем. Самая первая команда – это «перенести». Команда очень часто используется, нужная, поэтому смотрите внимательно. Значит, возьмем на примере вот этой кровати. Это у нас блок, то есть единый объект. Что такое блоки, рассмотрим позже. А сейчас нас интересует, как же можно перемещать этот блок. Значит, не путать. Помните, я вам рассказывал, что мы можем модель листа перемещать, зажав ролик и не отпуская его, перемещать мышкой. В этом случае мы перемещаем сам чертеж, то есть все объекты. В данном же случае мы хотим переместить только кровать, то есть только вот этот объект. Внимательно следим. Выбираем команду «перенести». У нас курсор превращается вот в такой вот квадратик. И в командной строке у нас написано «перенести объекты». Теперь, видите, выберите объекты. Выбираем объекты. Выбираем кровать. В данном случае у нас продолжает здесь находиться надпись «выберите объекты». То есть я могу вместе с кроватью выбрать и другие объекты. Поскольку нам это не нужно, мы или нажимаем правую клавишу мышки, или Enter. Я советую все-таки привыкать к нажатию правой клавишей мышки. Так быстрее. Нажимаем правую клавишу. Курсор поменялся. Видите, он уже у нас в виде такого плюсика или перекрестия. Кровать выделена. И внизу у нас написано «базовая точка» или же «смещение». Смещение – это альтернативная команда. Пока мы ее рассматривать не будем, пока мы выберем пункт по умолчанию «базовая точка». Мы должны указать базовую точку. Допустим, я укажу базовую точку вот здесь вот. Указал. И теперь вторая точка или считать смещение первую точку. Значит, смотрите, тут два варианта. Первый вариант мы можем перенести на нужное расстояние. И после этого снова нажать левую клавишу мышки. И наш объект перемещен вправо на какое-то непонятное расстояние. Но поскольку мы обычно делаем чертежи по определенным размерам, поэтому давайте переместим эту кровать вправо, допустим, на 500 мм, на полметра. Для этого мы поставим размерчик 500 мм. И сделаем перемещение. Значит, обратите внимание, я снова выбираю команду, проделаю те же операции. А теперь обратите внимание, я беру базовую точку, направляю курсор в эту сторону и с клавиатуры ввожу 500. И нажимаю Enter. Видите? Он у меня перенесся ровно на 500 мм. Ну, в данном случае я себе специально сделал размер, да, чтобы показать вам. Если бы не было этого размера, как бы можно было перенести? В этом случае я ввожу с клавиатуры и перенесу этот объект на 500 мм, на метр и так далее. Другой вариант.
Смотрите, когда у нас уже есть вспомогательный размер или какая-то вспомогательная точка, то я могу ориентироваться по вот этой точке. То есть я беру базовую точку, выбираю здесь и совмещаю ее с этой точкой. Видите, да? То есть, если у меня есть какой-то вспомогательный размер, или какая-то линия, или какая-то черточка, да, то я могу свободно перемещать вот таким вот образом. Предположим, допустим, у меня, я хочу эту кровать разместить на 1.5 метра от стены, то есть вот сюда. В этом случае очень удобно взять эту кровать, выбрать, допустим, вот эту точку, допустим, вот эта точка будет совмещена с вот этой, и переместить. То есть я заранее ставлю размер или какую-нибудь засечку или точку и уже совмещаю базовую точку с этой точкой и ставлю этот объект туда, куда мне нужно. Если я этот объект хочу просто переместить в сторону, то проще всего сделать, как я уже говорил, выделить объект, нажать правую клавишу мышки. В данном случае я даже могу вообще в любом месте выбрать базовую точку и задать направление. Желательно, чтобы была в этом случае включена перпендикулярность. И, допустим, я перемещу на метр. Я ввожу с клавиатуры метр, перенес на метр. Если я проверю размером это расстояние, оно у меня будет в метр, как вы видите. Точно так же я, допустим, могу обратно вот эту ось совместить с вот этой линией и перенести обратно. То есть, резюмируя все вышесказанное, мы можем перемещать объект путем совмещения базовой точки с, допустим, другой какой-нибудь точкой, куда мы хотим переместить этот объект. А можем его перемещать, допустим, на какую-то длину, на какое-то расстояние. Самое главное, когда будете слушать видео, смотреть вернее видео, вы откройте AutoCAD и просто пробуйте точно так же перемещать объекты. Неважно, какие объекты, прямоугольнички, кружочки вы будете перемещать. То есть принцип тот же самый. И просто попробуйте посмотреть порядок действия. И еще, кстати, я вам не сказал, значит, смещение. Когда мы выбираем объект, нажимаем правую клавишу. Видите, у нас есть альтернативная команда смещения. Дело в том, что в AutoCAD есть так называемое понятие MSK и PSK. MSK это мировая система координат, а PSK это пользовательская система координат. Обратите внимание, вот здесь вот есть у нас система координат. И в принципе каждый объект относительно этой системы координат у нас имеет свои какие-то параметры. Когда мы нажимаем на смещение, обратите внимание, нас просят указать смещение по X, Y и Z. В данном случае нас, конечно, интересуют X и Y, так как мы сейчас не производим трехмерное черчение. Вот, допустим, я хочу опять-таки переместить вот вправо на метр этот объект. Да? Вправо это у нас X. Следовательно, я могу просто указать, допустим, здесь метр по X. Указываем метр по X. Видите, я переместил на метр по X. Вот. Если я хочу переместить на метр по Y, допустим, от вот этой точки, я указываю смещение. И теперь я должен указать вначале 0. Потому что x у меня 0 будет. Поставить запятую. И указать метр по y. Обратите внимание. Вот эта точка переместилась с этой точки на 1 метр. Вот такие у нас есть способы перемещения объекта при помощи вот этой команды. По-английски она звучит move. Давайте рассмотрим следующую команду. Это поворот или вращение. Повернуть. По-английски она называется rotate.
Как вы видите из названия, эта команда отвечает за поворот объектов. Давайте попробуем, ну тут у меня, ну давайте ладно, давайте опять с кроватью попробуем. Я думал, может быть, с плазмой попробовать ее переместить. Ну давайте лучше с плазмой. На 45 градусов. Значит, давайте мы сделаем так, мы ее повернем по часовой стрелке на 45 градусов. Значит, базовую точку возьмем, допустим, вот эту, относительно которой у нас будет проходить поворот. Пробуем. Выбираем команду. У нас опять квадратик. И просят выбрать объекты. В данном случае у меня плазма состоит из прямоугольничка, кронштейна, тут задней части. Это не видеоблок, а я специально вам показываю, что мы можем выбрать несколько объектов. То есть несколько объектов, к которым будет применима эта команда. Видите, продолжает у нас гореть. Выберите объекты. Когда я считаю, что я выбрал все объекты, я нажимаю правую клавишу мышки. Базовая точка. Указываю здесь базовую точку. И у нас опять-таки угол поворота или копия, или опорный угол. Рассмотрим угол поворота. Выключу перпендикулярность. Значит, обратите внимание, в автокаде по умолчанию положительный угол поворота – это против часовой стрелки, а отрицательный угол поворота – это по часовой стрелке. То есть, если, видите, я хочу по часовой повернуть на 45 градусов, я должен написать минус 45. И тогда у меня будет поворот на 45 градусов по часовой стрелке. Посмотрим. 45 градусов. Видно. Я уже рассказывал на одном из предыдущих уроков, как можно поменять направление положительных и отрицательных углов. На самом деле я уже привык, и я пользуюсь теми параметрами, которые даны в автокаде по умолчанию. И, в общем-то, вам советую тоже так привыкать. Но если вам неудобно, то поменять можно вот так вот. Утилиты. Единицы. И вот здесь вот поставить галочку по часовой стрелке. Вот если вы поставите здесь галочку, тогда у вас положительные углы будут откладываться по часовой стрелке. Если нет этой галочки, а ее по умолчанию нету, то положительные углы будут откладываться против часовой стрелки. Все-таки я вам советую привыкать к варианту без галочки. Но это дело вкуса. Вернемся к нашей команде «Поворот». Понятно, как она работает. То есть тоже у нас есть базовая точка, относительно которой делается поворот. И мы указываем угол. Также тут есть альтернативная команда «Копия». Помните, да? Давайте рассмотрим, для чего она нужна. Допустим, вот у нас есть столик круглый и вокруг него стульчики. Мы нарисуем ось, начертим вернее. Вот такая у нас линия будет. Мы ей зададим штрих-пунктирный тип линии. Штрих-пунктирной линии. И зададим масштаб. Она у нас, видите, штрих-пунктирная, но очень маленькая. Мы задаем масштаб, свойства и берем, допустим, 10. Во, вот теперь она более симпатичная. Так, по центру у нас точка попадает немножко неправильно с точки зрения черчения. Давайте мы возьмем 12. Вот, теперь будет правильно. Просто на пересечении должна линия попадать, а не точка. А теперь смотрите, я хочу такую же линию провести вот так вот. Точно такую же, штрих-пунктирную. Обратите внимание, если я сделаю просто поворот, допустим, я выбираю линию, правую клавишу, поворот относительно центра, помните, треугольничек – это центр, и пишу 90 градусов, у меня она просто повернется. А я хочу, чтобы, во-первых, она повернулась, и, во-вторых, она была копией. То есть, оригинал остался, а вот эта повернутая на 90 градусов была копией. Это есть у нас альтернативная команда. Внимательно смотрите, как она работает. Ну, для удобства я, наверное, верну обратно. Значит, мы выбираем поворот. Выбрали объект. Нажали правую клавишу и выбрали точку.
Теперь у нас, помимо угол поворота, есть еще копия команда. Если мы выберем копию, да, и введем те же 90 градусов, обратите внимание, мы получаем повернутую на 90 градусов, а также мы получили вот этот оригинал. То есть, когда мы поворачиваем какой-то объект, мы можем его просто повернуть по умолчанию, а можем выбрать альтернативную команду копия, и тогда у нас оригинал останется. Я специально привел этот пример как достаточно удобный для того, чтобы понять, как работает такая альтернативная команда. А сейчас рассмотрим команду обрезка. Обратите внимание, здесь у нас две команды. Обрезать и удлинить. Значит, та, которая выбрана из них, она и будет первая. Первая у нас обрезать. Давайте подробно рассмотрим эту команду. Значит, я сделаю небольшую заготовочку. Значит, обратите внимание, у нас вот эти части линий мы хотим обрезать. То есть обрезать вот эти части линий, которые выходят за пределы вот этой основной линии. Это можно сделать двумя способами. Один из способов как раз при помощи команды обрезать. Значит, смотрите внимательно, тут своеобразный порядок действий. Я буду аккуратненько, я буду медленно выполнять эту команду, чтобы вы могли проследить и повторить у себя в автокаде. Значит, вначале мы выбираем команду. В командной строке выберите объекты или выбрать все. Кстати говоря, иногда можно выбрать все. Да, но мы выберем, значит, в данном случае мы должны выбрать не те объекты, которые мы обрезаем, а именно режущую кромку. Режущей кромкой у нас является вот эта линия. Вот ее мы и выбираем. Когда мы выбрали все режущие кромки, их может быть несколько, мы опять-таки нажимаем или правую клавишу мышки, или клавишу Enter. Нажимаю правую клавишу мышки. И теперь обратите внимание, написано «Обрезать». В данном случае мы выделяем мышкой те линии, которые мы хотим обрезать. Левой клавишей мышки я нажимаю и обрезаю. Как только я закончил выполнение всех действий, я нажимаю правую клавишу мышки и нажимаю «Ввод» или же нажимаю «Enter». Итак, а теперь я покажу второй вариант, как можно обрезать эти линии. Значит, обратите внимание, только что мы пользовались командой, а также мы можем просто выделить каждую линию, ухватить за маркер и просто совместить его с пересечением с этой линией. Когда у нас какой-то один маленький объект и нужно чуть-чуть что-то подправить, в принципе, проще использовать вот второй вариант. То есть выделить и маркер совместить. Но когда у нас много объектов или они более сложные, то тогда используется обрезать команда. Вот, например, допустим, сделаем вот здесь дверь. Видите, у нас здесь дверь есть, да? Посмотрим размер этой двери 900 мм. Давайте вот здесь вот мы на расстоянии от вот этой стены, допустим, 300 мм, сделаем дверь. 300 мм. Чертим линию. Значит, теперь копируем. Мы сейчас рассмотрим эту команду. Задаем направление 900 мм. Показываю, что у нас здесь 900 мм. Потом мы эти вспомогательные размеры убираем. А теперь обратите внимание, видите, как вот здесь дверь сделана. Да? То есть у нас получается как бы вырезан кусок двери. Точно так же мы при помощи команды обрезать делаем здесь. Выбираем команду. Выбираем одну режущую кромку. Потом вторую режущую кромку. Видите, здесь все время у нас надпись «Выберите объекты». Когда мы выбрали все режущие кромки, мы нажимаем правую клавишу. А теперь левой клавишей мы вырезаем внутренние кромки.
В данном случае я вам говорил, что можно нажать правую клавишу и вот, а можно просто нажать Escape. Так быстрее, не появляется контекстное меню. И саму дверь. Сама дверь. Ну, ее длина 900 мм должна быть, я на глаз делаю. Вообще, очень часто в архитектуре дверь еще обозначают вот так вот. С траекторией ее закрытия. Вот таким вот образом. Иногда вот так обозначают без нее. Но опять-таки, дело вкуса. Вот таким вот образом мы делаем дверь. Ну, к примеру. Разобрались. А теперь рассмотрим другой вариант. Допустим, у нас линии не доведены до вот этой прямой. А нам нужно довести. Да? То есть удлинить их. В данном случае очень хорошо подойдет чуть-чуть другая команда. Она называется удлинить. Она находится здесь же. На предыдущих уроках я вам рассказывал, что если здесь сбоку есть такой треугольничек, да, то тут есть другие команды. Команда удлинить. В данном случае мы выбираем ту линию, до которой нужно удлинить. Выбираем ее. В данном случае она у нас одна. Когда мы ее выбрали, нажимаем правую клавишу. И теперь левой клавишей мы удлиняем каждую прямую. Кстати говоря, не обязательно каждую прямую. Вдруг у нас тут 20 объектов, которых нужно удлинить. Мы просто можем вот так вот выделить. И они удлиняются. Тоже удобно использовать, когда у нас много объектов и нужно удлинить, допустим, все объекты до какого-то другого объекта. Разобрались. Следующая команда удалить. Ну и стереть, или стереть. Значит, команда очень простая. Я очень быстро про нее расскажу. Если у нас есть какой-то объект, выбираем команду. Выбираем левой клавишей объект и нажимаем правую клавишу или Enter. И мы его удаляем. На самом деле, очень часто для быстроты выполнения данного действия инженеры пользуются клавишей Delete. Они выделяют объект и нажимают Delete с клавиатуры. Так просто быстрее. Поэтому очень часто эту команду даже и не используют. То есть используют выделение объекта и нажимание Delete. Но можно ее в принципе использовать. Просто для инженера главное это быстрое черчение. Гораздо быстрее получается выделить и нажать клавишу, чем тянуть курсор мышки, выбирать команду, потом выбирать объект. То есть это просто дольше. Следующая команда это копировать. Вот она. Очень нужная и часто используемая команда. Она очень похожа на команду переместить, но она оставляет оригинал. То есть она копирует объект с размещением оригинала, где он находился. Я думаю, понятно. Перемещение перемещает, а копирование, соответственно, копирует. Команды очень похожи. Предположим, у нас есть, допустим, вот она раковина, да, в санузле. Выбираем копировать, выбираем объект. Когда мы выделили все объекты, правая клавиша мышки. Базовая точка или смещение. Значит, базовую точку опять-таки мы указываем здесь. Потом мы перемещаем в нужное место, куда мы хотим копировать. И снова нажимаем левую клавишу мышки. Объект скопирован. Значит, вот они начинаются отличия между перемещением и копированием. Значит, обратите внимание, AutoCAD позволяет нам копировать дальше. Мы можем снова скопировать этот объект, допустим, здесь. Когда мы уже не хотим копировать, мы нажимаем Escape. Вот. Перемещения такого не было. Таким образом, мы скопировали объект на какую-то длину. Ну, опять-таки, как я вам говорил ранее, у нас очень важно копировать на какую-то определенную длину. Поэтому, допустим, возьмем 2 метра. Значит, выбрать копировать, выбрать объект. Правую клавишу. Базовую точку, в данном случае без разницы где, задаем направление с включенной перпендикулярностью, то есть режим ортов включен, и пишем с клавиатуры 2 метра, нажимаем Enter. Как вы видите, он переместился на 2 метра, а затем нажимаем Escape. Таким образом мы можем перемещать на нужную длину, вернее копировать на нужную длину объекты. Точно так же, если у нас есть уже какая-то
вспомогательная размерная линия, допустим, 2 метра, и есть вот она точка, к которой мы можем привязаться. Точно так же мы можем выбрать объект, правую клавишу, выбрать эту точку и совместить ее с этой точкой. И нажать Escape. То есть точно так же, как в перемещении. Мы можем совмещать базовые точки или же просто задавать направление и копировать на какую-то длину. И тот метод очень часто используется. Разобрались. Пойдем дальше. Следующая команда — это зеркало. Отразить зеркально. Команда достаточно специфическая. Давайте рассмотрим ее. Ну, я нарисую пример. Допустим, ну, где оно может применяться. К примеру, вал. Да? Допустим, вот это у нас будет осевая линия. Опять-таки у нас с масштабом. Возьмем масштаб, допустим, 15. Теперь она больше похожа на осевую линию. Значит, у нас есть какой-то вал. Предположим, вот это его половинка, этого вала. Очень грубо. Что-то похоже на коленвал. Вот. Ну, понятно, что это не коленвал. Вот, допустим, есть у нас такой вал. Тут может быть резьба, но не важно. Значит, внизу будет точно такая же копия, что и вверху. Я думаю, это ясно, да? А вот это ось вращения этого вала. Чтобы снова внизу не чертить точно такой же вал по размерам, а если мы вручную чертим, то мы вначале вычерчиваем одну половинку, а потом, собственно говоря, такую же половинку по таким же размерам чертим и внизу относительно оси. В автокаде эта проблема решена очень просто. Мы выбираем отразить зеркально. Выберите объекты. Ну, в данном случае мы сразу выбираем один объект и нажимаем правую клавишу. Теперь обратите внимание, первая точка оси отражения. Дело в том, что отражаем мы обычно относительно какой-то оси. А в математике нам известно, что прямую можно построить минимум по двум точкам. Поэтому что мы делаем? Мы выбираем две точки на данной оси. Ось можно прочертить, а можно ее как-то гипотетически представить. Ну, допустим, вот в данном случае она у нас прочерчена. Мы привязываемся, видите, как бы песочные часы, это привязка к прямой. Неважно, где вы поставите эти точки, две. Главное, чтобы они были на оси. Выбираем одну точку, потом, видите, написано вторая точка оси, и выбираем вторую точку. И нажимаем Enter. Там, где да, нет, я сейчас расскажу вам. Нажимаем Enter, и у нас получается точная копия верхнего объекта. Получился вал. Симметричный. Не обязательно вал, любой симметричный объект мы можем вот так вот начертить. Значит, иногда бывает, допустим, оси нету, предположим, если бы ее здесь не было, то тоже можно выбрать команду, выбрать объект, правую клавишу. И что мы делаем? Первая точка здесь, а вторая, соответственно, здесь. И точно так же нажимаем Enter. То есть построили без оси. Когда у нас перпендикулярность включена, в принципе, у нас две точки все равно будут лежать на горизонтали. Теперь рассмотрим другой вариант. Допустим, иногда нам нужно отразить, да, вот эту часть, но отразить таким образом, чтобы вот эта у нас часть удалилась, а новая тут появилась. Понимаете меня, да? В этом случае у нас есть альтернативная команда. Выбираем команду, выбираем объект, правую клавишу, две точки отражения. А теперь обратите внимание, у нас да, нет. В данном случае удалить исходные объекты. У нас по умолчанию стоит нет. Я думаю, понятно, как мы построили в предыдущем случае. Нам, ну, чаще всего как раз не нужно удалять. И здесь тоже, видите, да, нет. То есть вы можете, допустим, если я выберу да, вот я выбрал да, видите, он просто-напросто скопировался, а этот вариант удалился. То есть я могу да выбрать здесь, а могу выбрать в командной строке. Без разницы. Ясно. Следующая команда — это сопряжение. Ну, тут две команды. Тут есть у нас паска, соединение кривых и сопряжение. Давайте рассмотрим каждый из этих объектов. Значит, давайте я построю какие-то прямые в пространстве.
Допустим, одна у нас пойдет вот так вот, вторая вот так вот. Значит, эти прямые где-то у нас сопрягутся. Значит, ну тут есть еще такой вариант отслеживания. Обратите внимание, я могу вот так вот вести, сюда довести курсор, и он, в общем-то, у меня отслеживает, видите, перемещение. Может отслеживать. А потом сюда довести этот, и вот таким вот образом, в общем-то, можно построить. Ну, немножко неудобный, сложный такой вариант. Причем отслеживание, оно появилось в поздних версиях AutoCAD'а. Гораздо проще сделать этот процесс командой сопряжения. Обратите внимание, я выбираю команду сопряжения. Выбираю первый объект и выбираю второй объект. И они у меня сопрягаются. Так как шли, так и сопрягаются. Точно так же, если у нас, допустим, две прямые, допустим, под прямым углом, то их легко. Одну выбираю. И когда я уже навожу на вторую, я уже вижу, как они у меня будут сопрягаться. Вот это команда сопряжения. Очень удобная, часто используемая команда. Достаточно интересная. У этой команды есть еще одно преимущество. Значит, обратите внимание, когда я выбираю эту команду, у меня здесь появляется «Отменить», «Полилиния», «Радиус», «Обрезка» и «Несколько». Значит, самое интересное из альтернативных команд – это «Радиус». Также сейчас расскажу про обрезку. Обратите внимание, у нас, конечно, прямые сопрягаются, но они сопрягаются под, в данном случае, прямым углом. Если они в пространстве находятся под острым углом или под тупым углом, то, соответственно, также они сопрягаются. А если нам нужен, допустим, какой-то радиус, вот, допустим, воздуховоды, да, вот короба, они идут под каким-то радиусом. У них отводики есть. Как же это сделать? А сделать очень просто. Ну, в данном случае давайте я посмотрю приблизительно размеры, чтобы радиус закругления сделать. Это у нас получается 14. Давайте мы что-то поменьше начертим, чтобы оно было более соизмеримо с радиусом. Допустим, 2 метра. И сюда 2 метра. Я хочу эти прямые соединить под радиусом, допустим, 400 мм. Я выберу сопряжение, выбираю радиус. И видите, радиус у меня по умолчанию 0. Ну, понятно, что 0, да? То есть, если у нас под там, прямым углом, то радиус закругления будет, соответственно, 0. Мы с вами берем 400 мм, нажимаем Enter. Выбираем одну линию, и когда я выбираю вторую, у меня уже показывается, как они будут сопряжены. Если я посмотрю радиус закругления, он будет у меня 400 мм. Видите, да? Таким образом, я могу сопрягать прямые под любым радиусом закругления. Соответственно, если я хочу вернуть на круги своя, то есть так, как и было, я точно так же выбираю радиус и выбираю 0. Предположим, у нас прямые вот такие вот, да? И мы хотим сделать сопряжение этих, сопряжить, короче, соединить их под прямым углом, при этом обрезав вот эти кусочки, то мы делаем вот таким вот образом. Во-первых, радиус ставим 0. Кстати, он тут уже и стоит почему-то. Обычно он сохраняет последнее действие. И делаем обрезка. Так, с обрезкой. Выбираем две линии. И, соответственно, они сопрягаются, обрезав вот эти хвостики. Ясно. Следующая команда. Это фаска. Ну, это больше для машиностроителей. То есть некоторые детали, они имеют фаску. Чаще всего валы. Для чего? Ну, валы там вставляются в подшипник, втулку там и так далее. И когда у нас есть, давайте, какой-то вал, вот он спроецирован сбоку, то вот здесь вот иногда у него бывают скошенные такие углы для того, чтобы он легко вставлялся в другие элементы. Пазы,
как я сказал, подшипники, втулки и так далее. То есть, как бы вот эта часть скошена, она называется фаска. Это достаточно специфическая команда. Я все-таки расскажу, как она работает, но ее не часто используют, и используют в основном машиностроители. Значит, выбираем фаску. Обратите внимание, у нас тут выберите первый отрезок или идет куча альтернативных команд. Ну, я все их рассматривать не буду. Я расскажу тот вариант, который часто используется. Он используется по отрезкам. То есть первый отрезок, второй отрезок. Давайте я сейчас немножечко посмотрю, какие тут идут у нас размеры. 3574. Угу. Значит, смысл в чем? Фаска бывает чаще всего или по углу, или по длине отрезка. Допустим, мы возьмем фасочку, скажем, ну, метр возьмем и метр сюда возьмем. Да, это большие величины. Но так я уже начертил этот вал, как могут так говорить. На самом деле машиностроение не гораздо поменьше. То есть мы можем сделать вот таким вот образом. Удалить их, а потом, допустим, применить обрезку. Так сделать. И вот так вот сделать. И вот у нас фасочка готова по метру с каждой стороны. Долгий, сложный процесс. Все можно сделать намного проще. Ту же самую фаску. Мы выбираем фаску и берем, допустим, ну возьмем отрезки. Первый отрезок. Значит, он у нас будет здесь. Так, сейчас, одну секундочку. Первый отрезок. Так. А, вот, длина. Извините, длина отрезка. Выбираем первую точку и задаем сюда метр. Потом вторая длина фаски. Выбираем точку и тоже сюда задаем метр. После того, как мы задали два отрезка, мы выбираем первую левой клавишей и вторую. И вот она у нас фаска. Это по длине. Еще раз повторю. Значит, выбираем длину. Выбираем первую точку. Задаем направление и выбираем метр. Задаем снова эту точку и выбираем в этом направлении тоже метр. А потом левой клавишей выбираем первую прямую. И левой клавишей выбираем вторую прямую. И получаем вот такую фасочку. Да, немножко сложное построение, но просто за моим видео попробуйте повторить последовательность действий, и у вас все получится. Также здесь у нас есть соединение кривых. Тоже достаточно специфическая команда. Я ее редко применяю, но, возможно, в вашей практике она будет более полезная. Сейчас я расскажу, что это такое. Допустим, у нас есть какие-то прямые. Они как-то расположены в пространстве. Это могут быть не только прямые, любые элементы. И мы их хотим соединить, но очень-очень плавно. Как можно плавнее. Понятное дело, что здесь можно использовать, допустим, сплайн, да, как вариант. Вот так вот его сделать и вот так вот сделать. Вот. То есть сплайном соединить. Многие, кстати, так и пользуются. Но все-таки есть более надежный способ. Это соединить средствами автокада. То есть при редактировании. Мы выбираем вот эту команду. Вот. И выбираем объекты. Обратите внимание, мы выбрали первый объект. Потом мы выбираем второй объект. И он очень плавно объединяется с этим объектом. Потом снова нужно повторить команду. Повторение предыдущей команды в автокаде производится пробелом. Советую использовать. Я на прошлых занятиях говорил. Сейчас повторяю и буду повторять. Пробел — очень полезная клавиша. Нажимая пробел, видите, у меня та же самая команда. Я уже выбираю вот эту прямую, выбираю эту прямую, и она у меня опять плавно соединяется. Эти все элементы, они отдельные элементы. Видите, то есть это не цельный, не цельная прямая там или кривая, а это разные элементы. То есть он как можно более гладко соединяет эти прямые. В принципе, если у вас стоит такая задача, она там у дизайнеров часто, у
геодезистов там я встречал, видел. То есть есть такие как бы проблемы с таким плавным объединением разных контуров. В принципе, можно эту команду использовать. Вот она, да, самая последняя здесь. Я в своей практике ее использую нечасто. А теперь рассмотрим команду расчленить. Суть этой команды в том, что она разбивает, или можно сказать, расчленяет цельные объекты на графические элементы, то есть на составляющие этого сложного объекта. К примеру, обратите внимание, у меня здесь блоки. Это цельные элементы, которые, обратите внимание, состоят из одного объекта. Как же их разбить? Ну, во-первых, рассмотрим, для чего их нужно расчленять. Раньше эта команда в старых версиях называлась «взорвать». Поэтому инженеры очень часто говорили: «взорви этот блок или этот объект». Допустим, я хочу взять, скажем, у этого стола один стульчик. Но я не могу это сделать, потому что вместе со стульями у меня двигается и весь этот стол. В этом случае я выбираю команду «выберите объекты». В принципе, вы уже давно заметили, что все команды редактирования, они немножечко похожи. Они все по одному и тому же принципу работают. То есть они разбиты на два этапа. Первый этап — это выберите объекты, а второй этап — это сделайте что-то с этими объектами. Точно так же и здесь. Выберите объекты. У нас один объект, мы его выбрали. А затем мы нажимаем правую клавишу мышки. И теперь обратите внимание, у нас все элементы отдельные. И мы таким образом можем просто-напросто взять стульчик этого сложного блока и использовать его на чертеже. Итак, уважаемые слушатели, сегодня мы с вами рассмотрели самые часто используемые команды панели редактирования. На следующем занятии мы продолжим и рассмотрим более сложные, они реже используются, но также важные элементы редактирования, а потом у нас будет практическая работа. Мы попробуем создавать уже реальные чертежи. А на сегодня спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!